Всем привет! Краткий обзор долгожданной новинки 2019 года. Часы Casio ЖЖ B101A. Так, ну что я могу сказать? Что в них есть? В них есть Bluetooth, сопрягаются с телефоном. Они устойчивы к грязи, к вибрациям, к ударам. Водозащита VR200. Можно спокойно в них нырять, плавать, ничего им не будет. Минеральное стекло, стрелки со светонакопителями. Корпус пластиковый, но это теперь уже новая серия G-Shock'ов. Carbon Core. То есть у них внутри механизм в карбоновом корпусе, сверху пластик, все кнопочки металлические с прокладочками, то есть уже влагу не пропускают. Сверху вот на безеле еще такое карбоновое покрытие. Сейчас плохо видно. Сейчас попробую свет включить еще. Так, вот, очень круто смотрится. Так, что же тут функциям? Тут по функциям максимально уже включено все, что в них есть. Барометр, термометр. Показывает, отображает восход солнца и время заката солнца. Секундомер. Таймер обратного отчета. 5 будильников. Ежечасовый сигнал. Мировое время. Так, это еще не все. Альтиметр. Компас. И тут 4 датчика, 4 сенсора. Тут еще есть шагомер. Также можно отображать еще на этом цифровом дисплее маленьком время восхода заката и дату. То есть полностью напичкана максимально в этих часах. Кстати, если удерживать эту кнопку, то можно с любого режима попасть в режим текущего времени. Так, что еще вам быстренько сказать. Видно руки. Очень удобно садятся благодаря вот этим штучкам на руку. Мне кажется, они чуть меньше ЖЖ1000. Очень удобно на руке сидят, смотрятся великолепно, вообще очень такие крутые часы, выглядят супер. Так, вот кнопка коннекта с телефоном. Чтобы сопрячь часы с телефоном, держим кнопочку коннекта. Так, и теперь немного приложений. Я его уже установил себе в телефон. Так, что мы тут в приложении у нас есть? Ну, естественно, инструкция. Да, вот еще интересная функция. Здесь можно задать кнопку в часах. Ой, точку. Данным образом. И потом вот будет вот эта шкала, вот это будет показывать вам расстояние до этой точки. Это раз, интересная такая штучка. Дальше.
степ-трекер. То есть все ваши данные о пройденных шагах по дням, все будет отображаться в приложении. Мировое время. Есть, можно менять, ставить мировое время или в другом часовом поясе отправить настройку часы. Так, ну и задать 5 будильников. Таймер, все можно с мобильного приложения. Очень крутые часы. Выглядят великолепно, всем рекомендую. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Все, пока.